3. Как нас разбивали. В Херсонской области бойцами украинской армии была уничтожена позиция десантников оккупационной российской армии. На кадрах, снятых вражеским солдатам, говорится, что место, где они проживали, разрушено, а две боевые машины выведены из строя. 3. Как нас разбивали. АГС, сортиру, две БМПшки мы врубили. Вы, да, дерево нахуй лежит. Вот такая вот хуйня. Быстрее возвращайся, мы ждем тебя.